Соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь до умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корости. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Послание апостола Павла к римлянам, глава 1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол и избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире.
Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашу и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послание апостола Павла к римлянам, глава 2. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда
по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть – крадешь. Говоря не прелюбодействуй – прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов – святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Притча Соломона, глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских: «Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой, пейте вино, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум, потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Сын мой, если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих. И если буен, то один потерпишь. Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими, ибо он оставил пути своего виноградника и блуждает по тропинкам поля своего, проходит через безводную пустыню и землю, обреченную на жажду, собирает руками бесплодие. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. «Кто глуп, обратись сюда». И скудоумному сказала она: «Воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен». И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Но ты отскочи, немедли на месте, не останавливай взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить много время и чтобы прибавились тебе лета жизни. Вторая книга Царств, глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубой и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен, наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай,
созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авесе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авесалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ним Амисай. Иав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иав Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иав правой рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иав и Авеса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иавовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иаву и кто за Давида, пусть идет за Иавом». Амисай же, мертвый, лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросил на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливается над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бев-Мааха и через весь Берим, и все жители городов собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Бев-Маахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иав, и сказала женщина: «Ты ли Иав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. Остались ли такие, которые положили прибыть верными израильтянами? Пусть спросят в Авеле. Остались ли? Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город и притом мать городов Израиля. Для чего тебе разрушать наследие Господне? И отвечал Иав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил». Это не так, но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида: «Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы отсекли голову Савею, сыну Бихри. И отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иаву. Тогда Иав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иав поставлен над всем войском израильским, а Авонея, сын Иадаев, над Хилифеями и над Филифеями, а Дарам над сбором податей, и Асафат, сын Ахилуда, деописателем, Суса – песцом, Садок и Авиафар – священниками, также и Ира, и аритянин был священником у Давида.